Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами научимся играть супер простую и популярную песню на данный момент группы Добро под названием «Юность». Да, песня на трех блатных аккордах с простым боем отлично подойдет с пением у костра в какой-то компании. Ну а перед началом этого ролика я хочу тебе напомнить, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютубе по укулеле комьюнити. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Звук поставив на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. Погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Скажу сразу, в этой песне тебе понадобится каподастр, но как его заменить и как играть от каподастра, я расскажу тебе чуть позже. Для начала давай разберем аккорды. Аккорды самые базовые, всего их три. Первый аккорд — аккорд С. Мы зажимаем первую струну на третьем ладу. Все. Второй аккорд — аккорд Д. Зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. И последний аккорд — аккорд ЕМ. Мы зажимаем первую струну на втором ладу, вторую струну на третьем ладу и третью струну на четвертом ладу. То есть у нас образуется такая лесенка. По аккордам все. То есть С, Д, ЕМ. Они играются в этой же последовательности на протяжении всей песни. Теперь как же играть, собственно, эти аккорды от каподастра? Все очень просто. Ставим его на первый лад. И теперь представляем, что каподастр у нас нулевой лад, и от него начинаем считать. То есть раз, два, три. Ага, аккорд С. То же самое аккорд Д. И, соответственно, ЕМ. А если у тебя нет каподастра и вообще ты находишься посреди леса, то берем любую прямую нормальную веточку и резинку для волос, и это как-то пытаемся намотать, в принципе, пойдет на одну песню. Теперь, что касаемо боя. По сути, у нас есть с вами основной бой, который подойдет на протяжении всей песни, то есть от начала до конца играть этим боем всю песню. Можно, но это будет скучновато, поэтому мы его будем в каких-то местах делать разнообразие, чтобы звучало, ну, какое-то развитие, а не вот... На протяжении всей песни будет звучать очень скучно. Но для начала основной бой будет следующий. Вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. Еще раз. Вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. По сути, это, знаете, из такого разряда, как дворовой бой, потому что там заглушка, там... Будет быстрее следующим образом звучать. Еще раз. С аккордами. И будем играть этот бой один раз на один аккорд. Получается... А вот на ЕМ мы его играем два раза. Господи, такая отвратительная укулеле. Ну, вы знаете, откуда она у меня. Если что, у меня есть целый видос, как я ее покупала с Озона и насколько это дрова. В общем, не обессудьте. У вас, наверное, по-любому такая же будет укулеле, когда вы будете у костра сидеть и петь эту песню. Еще раз. Теперь вся песня начинается у нас с припева, который мы повторяем два раза. Так вот, за первым разом мы как раз можем играть вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. А за вторым разом мы можем с вами сыграть бой шестерка. Будет вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Его мы с вами будем играть один раз на один аккорд, кроме аккорда Е. То есть, смотрите, за первым разом, за вторым разом. Ну а если вам сложно менять бой, то можете тупо играть. Но как это будет выглядеть в идеале? Звук поставив на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорить до утра. Это юность моя, это юность моя. И теперь меняем бой. Звук поставив на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня. А потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Разбор на укулеле. Далее, что у нас в куплете? Куплет у нас полностью играет с основным боем. Угу. Кроме последней строчки на слова «я соберу всех друзей», и тогда там на аккорд ЕМ будет удар тупо один вниз. Давай я тебе полностью спою куплет,
И ты смотри по ходу, что где играет. Знаю, мы сегодня точно не уснем. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво поднимают искры воздух. Ветер раскает глаза, солнце уходит в закат. Кто был со мной до конца, с теми ни шагу назад. И вот мы стали сильнее, но накрывает тоска. Я соберу всех друзей, и тогда... Далее мы с вами опять повторяем припев. Вы можете оставить, как мы играли за первым разом, когда мы за первым разом оставляли. Или же сделать так же. На первые четыре строчки играть, а на вторые... Дело ваше, дело вкуса. Далее, во втором куплете уже есть разнообразие, наконец-таки, ура. По сути, опять же, у нас составляется основной бой, но при этом в каких-то местах мы будем играть один раз удар вниз на каждый аккорд. Давай сейчас буду тебе полностью петь просто куплет, и ты поймешь, где что вступать. Слышит музыку уже весь двор, и мы ставим это на повтор. Ревет мотор, катим вперед, в центре уже отдыхает народ. И прибавляя звук, и настежь окно, снова на всю эскалон. Добро, пару друзей, а также подруг. Не предам их, на сердце мечту. Две белые косички прилетают наверх. Я тебя целую, губы, ты в ответ. Подходи ко мне, только закрывай дверь. Я хочу побыть с тобой наедине. За стеной бас и бит орёт. Мы снова не спим, пока весь город спит. И я знаю одно, наше время летит. Ты просто обещай не грустить и улыбнись. Никогда не забывай и еще почаще снись. Буду новой встречи ждать и скучать до блеска глаз. Будет все, ну а пока давай как в последний раз. Ну а потом снова повторяем с вами припев с нашим основным боем. И песня готова! Вау-воу! Но если тебе понравился этот разбор, и ты научился играть эту песню, то обязательно поставь свой лайк. Хочешь, чтобы в следующем разборе я разобрала именно твою песню и мелодию, то обязательно пиши ее в комментариях, я все обязательно прочту. Также, если ты хочешь, чтобы я увидела все твои укулельные старания и дала обратную связь, то все очень просто. Берешь любую песню и мелодию с моих разборов, записываешь к себе в Инстаграм и обязательно отметь мой профиль Даша Кирпич, чтоб я тебя нашла. Ну а если ты хочешь поддерживать мои труды и старания, то ты можешь подписаться у меня на Бусти, вот как делают эти ребята. Спасибо им огромное за это, готовы всех расцеловать. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Ля-ля-ля. Сейчас, секундочку, я же слова не учила. Гава, а потом га, а потом малю. Звук, звук, звук. Ой.